Итак, пробую время на треке. Посмотрим, за сколько на лосе я проеду три круга. Раз, два, три. 4S. Лед, конечно, там. Сравним с хот-бодисом. Полный газ, но перед трамплином чуть сбавим, потому что улетать смысла нет далеко. Второй круг. Плавно-плавно прошел. Блин, не хватает поворачиваемости в некоторых моментах. Давай. Круг номер два. Остался последний, третий, самый сложный. Главное не сделать нигде ошибок. Вроде в целом-то иду неплохо. Относительно неплохо. Бывало и лучше. Естественно, все лучшие заезды не сняты на камеру. Ладно. Чуть-чуть учтем этот момент. Так, время на треке. Замеряем ход бодис. Трага без спойлера, без корпуса. Раз, два, три. Бешеный старт. Вот далеко-то смысла нет улетать, я согласен. Занос сейчас. Приноровись секунду. Главное не торопиться. И можно порвать лося. А вот трамплин не его конек. Прямая. Пробуем выжимать почти максимум. Но, естественно, сильно не торопимся. Потому что там трамплин. Давай, появляются заносы. Трек укатывается потихонечку. Давай. И еще один кружочек остался. Третий, самый сложный круг. Поэтому сейчас мы сделаем лося. Посмотрим, сколько примерно по времени уходит на круг у хот-бодиса. И сколько три круга все круги, а колеса примерно одинаковые, тоже АКшки, но не помню на самом деле серии. Серии может быть разные. И последняя прямая. Отлично. Ну что, давайте посмотрим, кто за какое время преодолел трек и сделаем выводы.